А это наш уже второе сотрудничество с Мосволонтер. Они организовывают сегодня фотосессию для ветеранов войны, Великой Отечественной и Афганской. Нам очень приятно и очень важно, что подобные мероприятия проходят именно у нас, на базе нашей фотошколы. Мы специально придумали образы, каждому свой, исходя из их фотографий, историй, кому было бы интересно, в каком себя представить. Я сейчас в другой эпохе, я в той эпохе, в 18-19 веке. Это первое мое перевоплощение, но мне нравится, мне неудобно, мне артистка это очень нравится. Я была удивлена, не знала, что будет этот образ, готовилась к другому. Герои того времени, на которых мы воспитывались, на которых мы росли, они остались у нас на всю жизнь. Поэтому для меня этот образ просто дорог и не случайен. Есть ветеран Афгана. Мы их сделали тоже в духе все равно военных. Один у нас стрелец, его интересно представить себя в прошлом. А двое других сделаем их сыщиком 19 века. Кому-то мы предложили образы более царских особ, да, к примеру, у нас одна была боярня Морозова, а кто-то был просто Аленушкой. Я прям не ожидал, что вот такое. Ну, сказали, что вот надо переодеться будет, еще сфотографировать, все. Ну, я не ожидал, что вот именно в таком костюме, такой настоящий костюм графа Орлова тех времен. Ну, а Лила Покровская для меня это мой кумир. Мне нравится. И все подтверждают, что очень хорошо. Образ действительно очень шикарный. Все это совершенно неожиданно. И мне, с одной стороны, очень приятно, и с другой стороны, я удивлена, не знаю. Это очень интересно, это очень нужно. Разнообразит нашу жизнь, делает ее более такой интересной. Они настолько скромны, настолько душа у них настолько чистая, настолько они искренне. Они были очень довольны, радостны. И преобразившись в свои новые образы, были на грани восторга. Благодаря вот тому, что вот они радовались, мы еще больше от этого у нас переполняло наши души. Thank you.